Первый вопрос. Сколько тебе лет? Мне 26 лет в этом году, 3 августа будет 27. Как давно ты занимаешься волейболом? Я занимаюсь волейболом около 13 лет. Твое семейное положение? Я замужем. Вопрос, который всех интересует. Какой у тебя рост? Мой рост 187 сантиметров. Что ты любишь больше? Смотреть фильмы или читать книги? Здесь такое дело, что я люблю смотреть фильмы следующих жанров. Это триллеры, комедии, ужасы. А читать я люблю в основном психологию и эзотерику, и книги по саморазвитию. Какая у тебя любимая еда? Я очень люблю острую пищу, очень люблю сыр, мороженое. В настоящее время тестирую себя в отказе от мяса и перехожу на цельные растительные продукты. Какие события изменили ваш взгляд на жизнь? На данный момент я могу сказать, что таких событий особо не припомню. Просто в настоящее время очень я сама притягиваю в свою судьбу нужных людей и нужные события, которые, возможно, где-то корректируют угол зрения на жизнь. Любишь ли ты индонезийскую еду? Честно говоря, мне не удалось попробовать ни одного блюда, потому что, когда мы были на азиатских играх, все время была огромная очередь в столовой именно в индонезийскую еду. Я уверена, что мне бы что-нибудь понравилось. В Читу обратно вернешься? В Чите я бываю каждый год, навещая родителей, а на ПМЖ, пока не планирую возвращаться. А правда ли, что все казахские женщины красивые? Несомненно, я хочу сказать, что в каждой нации женщина по-своему уникальна и обворожительна. Что ты думаешь насчет Индии? Насчет Индии тоже затрудняюсь ответить, поскольку в этой стране я вообще не была ни разу. Но фанаты, которые пишут мне, они очень добрые. Когда ты будешь играть в Индонезии в каком-нибудь волейбольном клубе? Это часто задаваемый вопрос от индонезийских поклонников. Честно говоря, я не знаю, потому что я об этом даже не думала, и предложений не было никаких. Самая тяжелая игра? Самая тяжелая и эмоционально, и физически была игра в прошлом году между Иртышом и ЖФСУ за второе место. Когда игры в Павлодаре? В этом сезоне игр в Павлодаре уже не будет, только на следующий сезон. А в какой клуб в случае приглашения перешла бы? В Казахстане ни в какой, а насчет других клубов за рубежом я не думала. Самый сильный партнер по команде, с которым ты играла? Если с точки зрения силы, на данный момент это Инна Молодцова. Самое нелепое поражение в твоей карьере? Я не помню, какой это был год, но это было в составе волейбольного клуба «Забайкалка». Мы проиграли команде из Улан-Удэ Парксу со счетом 0-25. Хотела бы ты уйти с волейбола? Когда-нибудь это сделать придется, но в данный момент нет. Потому что волейбол — это, наверное, это единственная сфера, где я получаю настоящие непередаваемые эмоции, где я настоящая. А твой кумир в волейболе? Это Тетюхин. Скажи, какой у тебя самый лучший момент в твоей карьере? Лучший момент в моей карьере, наверное, это 2017 год, когда в составе команды «Павлодар» я получила лучшего диагонального Республики Казахстан. Месяц в Европе или 3 часа на Луне? 3 часа на Луне, конечно. При
представь такую ситуацию. Сжигают все книги. 5 книг, которые ты бы оставил. Ну, это «Зеланд», «Трансерфинг реальности», это «Алхимик» Коэльо, это «Китайское исследование о еде», это «Полное же» Гандапаса и «Библия». Что ты ценишь в людях? В людях я ценю порядочность, юмор, честность. Что означает твою тату? Тоже самый распространенный вопрос. Вообще это изображен феникс и как возрождение из пепла, и надежда, и вера, уверенность в том, что всегда будет лучше, и счастье не может не быть.